Всем привет. Весна красна, а мы на этом, на Чапулинке, на своей. Короче, сейчас буду рассказывать, когда буду ехать. Начинаю обкатывать помаленьку. Он такой легенький, мягенький. Первая пидорача, стантить легко вообще, просто развесовочка, можно ехать хоть до Магадана на заднем. Передачи короткие, все короткие, на пятый, вот сейчас на третий уже еду, вот четвертая, и тягло хорошее, и вот пятая, ну, все вот, короче, вот так вот. Сейчас попробуем тут по пересеченочке проехать, если получится. Что, мы здесь понизу проедем. Здесь вчера хозяева этот порядок наводили. Еще лед стоит на озере, вон, на пруду. Ну вот мы и на речке уже. Раз-раз и на речке. Вообще 5 секунд. Минута, наверное, прошла. Ну что, проверяем ходовые подвески там, все это. Он такой легкий вообще. Легкий и... Как на квадрике на каком-то. Я на четырех тактиках давно тут не ездил так вот. Неохота пачкать его. Ну вообще он говномет знатный. Тут все там первая, вторая. Вообще мотор четкий, мне нравится. Это лифановский 200 кубов нижневальный. У него тягло, как у планеты. Подвеска Honda MX-125. Кто-то переобулся тут. Вот так. Вообще. Так, какая-то. Сейчас мы остудим немножко. Остудим моторчик, постоим, потрендим, покажу вам мопедку. Нагрелся, наверное. Вот. Чуть ли опасно стал, как бы не обвалилось вместе с мопедом с моим. Ну вот такая вот тема. Сейчас потрогаю. Да, нагрелся. Он обкатывается, прикатывается. Пусть постоит, остынет. Минут 5-10. Но я пока перерисую это дело. Вот так. Прилепил на скорую руку, на белую изоленту. 21 колесо, 18 резина нуляк. Фирмы Гандунхли. Спидометр работает тут. Вот пластинку, потому что лопнула, наложил. Тормоза китайские адаптированы, потому что машинка китайская. И все тут остальное. Это не с него, но тоже фондовская. Вот лифан 200 нижневальный. Туда-сюда. Сальниковая цепь. Помазал. Хрена толку, что помазал. Вот так вот
защита типа. Ну, он для того и сделан, чтобы вот, вот так вот ехать неспешно и наслаждаться. Все, всем пока. Ай-яй-яй.